На 37-м километре трассы Никола-Павловская, Петрокаменская, Алапаевск, это на самом-самом въезде в Петрокаменское с запада, около тамошней автозаправочной достопримечательности и полуночи, приключился равный и несмертельный, но при этом травматичный бой с участием пьяного и бесправного. Причем обе опции были записаны на одно лицо. Декорация такая. 23-летний пьяненький и бесправный житель села Южакова, что в 30 километрах от Петрокаменского, на ночь глядя сел за руль своей синей семерки «Жигулей», рядом посадил 18-летнюю барышню и поехали они за какой-то надобностью или же просто покататься по пустым ночным дорогам. Ближе к полуночи судьба забросила их на окраину села Петрокаменского, и там бухой бесправник решил залить бензинчику в свою ласточку – на местный АЗС. Заправился, стал выезжать с прилегающей на большую дорогу, и по словам семерочника, он в потьмах не заметил, что слева катится японский компакт Вен Honda Freed, созданный на платформе Honda Fit, только Freed, что на русский можно перевести как свобод. По правилам 2D, семерочник при выезде с прилегающей, конечно, должен был пропустить япошку в ортогональном направлении, но не пропустил. Не увидел, ну говорю же, пьяненький, да еще и права ни разу за 23 года не получал. В итоге Honda влетела в левое переднее крыло отечественной ласточки. В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля ВАЗ 2107 и пассажир автомобиля Honda Freed. Автоинспекторы провели освидетельствование водителей, на состояние опьянения. Водителя ВАЗ 2107 состояние опьянения установлено оно составило 0,272 промили. Помимо этого, данный водитель э, никогда не получал водительского удостоверения в ГИБДД. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что алкотектор намерил в организме семерочника 0,272 не промилле, а миллиграмма на литр. Это немного. Ну, а если бы это число было в промилле, то это вообще, считай, не пьяный, ибо 0,3 промили это разрешено. Это погрешность прибора. В общем, 23-летний пилот «семерки» был не сильно пьян, но зато сильно бесправен. Почему он поехал кататься датенькие и бесправные, он пояснить гаишникам не смог. По крайней мере, такая формулировка указана в официальном пресс-релизе областной ГАИ. Как вы слышали, при ударе пострадали два человека. Две пассажирки. 18-летняя барышня в «семерке» стукнулась головой, но медики ее отпустили после осмотра домой. А вот 36-летнюю пассажирку Хонды с травмой живота и ушибом ребер на карете увезли в Нижний Тагил в Демидовскую ЦГБ. Отмечается, что обе пострадавшие были обременены, в противном случае травмы были бы ужаснее. Виновнику замеса гаишники нарисовали административки за пьяное руление, за бесправие, за отсутствие регистрации ТС -а и до кучи еще за тонировку. Семера задержана и отправлена на спецстоянку. Вот называется сельская молодежь покаталась, покаталась и докатилась. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права на управление, запрещено.